Мировые религии не запрещают вакцинироваться против кори, заявили священнослужители Алматы. Имамы отмечают, что уход за здоровьем и различные иммунные процедуры в целях профилактики являются необходимостью, но должны быть соблюдены несколько условий. Вакцина не должна содержать запрещенные вещества. То есть, если есть аналогия, люди должны обращаться именно к той вакцинации, которая дозволена, имеет хорошие компоненты. Но при иных условиях, если есть один вид вакцинации, и даже если она содержит какие-то запрещенные элементы, нечистоты, то тут тоже уже появляется принцип, который называется «ад-дарура» – необходимость. И при необходимости людям дозволено вакцинироваться даже через эти элементы.